В январе в Украине упал спрос на новые авто. Уменьшение продаж новых автомобилей в Укравтопроме объяснили либерализацией импорта подержанных машин и периодом льготного растаможивания Евроблих. В январе спрос на новые автомобили в Украине упал на 21% по сравнению с прошлым годом. Об этом в пятницу, 1 февраля, сообщает Ассоциация Укравтопром. Так, в январе 2019 года, по данным ассоциации, было куплено 5200 автомобилей. Снижение интереса потребителей к новым автомобилям связано, прежде всего, с либерализацией импорта подержанной техники и льготной легализацией машин на еврономерах, совокупная доля которых в первичных регистрациях легковых авто к концу прошлого года достигла 75%, говорится в сообщении. Лучший результат по продажам на украинском рынке новых авто в январе 2019 года показала марка Renault. В январе было продано 804 авто этой марки, что на 37% больше относительно января 2018 года, отметили в ассоциации. Второй по популярности стала марка Toyota с результатом 632 зарегистрированных авто. От своего показателя годовой давности Toyota отстала на треть. Третье место в рейтинге марок у Nissan – 427 новых авто, что на 4% меньше, чем годом ранее. На четвертой позиции Kia, которая улучшила свой прошлогодний показатель на четверть до 390 штук. Замыкает пятерку лидеров Skoda с результатом 341 авто, минус 22%, добавили в Укравтопроме. Назван самый популярный в Украине автомобиль. Напомним, в Раде торопит владельцев Евроблих с растаможкой продление действия законов о льготной растаможке Евроблих не будет. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/Correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.